вас готов еще к одной порции. Я не знаю, как я буду проповедовать в субботу уже. Если еще один день, мне нужен будет переводчик с немого языка. У вас все есть. Мы все найдем. А давайте сделаем какую-то такую небольшую глупость. Давайте. Мы так протянем руки. Скажем: Господи, налей. 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 Я жажду, Господь. Я жажду, Господь, Духа Святого. Напои меня этим Духом Твоим жизни. Восстанавливай мой жертвенник, Господь, как Илия, который поставил жертвенник, потом вылил ров, Господь, и налил воды, Господь, пускай эта вода сейчас живая будет в моих ладонях. Во имя Ишуа, наливай, Господь, мы жаждем Тебя. Мы жаждем Тебя, Господь, мы жаждем. Воздайте Господу, сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь. Нет. А я хочу чуть-чуть поговорить тоже, да. А поговорить, как говорил Толя Тесля. А надо было говорить, до того, как я пришел. Не было такой команды. 28-й псалом. Ой. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Помните, в Новом Завете сказано, когда нахлынут воды, да, тот, кто строит на правильном основании, дом устоит, да? Аминь. Нам будем слагать камни эти. Камни на правильном основании. И Господь над этими водами. Если ты думаешь, в твоей жизни проблема, Господь над этими водами. Аминь. Глаз Господа силен, глаз Господа величествен, глаз Господа сокрушает кедры. Подобно Ане, да-да-да-да-да, и заставляет их, внимание, скакать подобно тельцу. Ой. Если ты подошел к какой-то проблеме, и перед тобой стоит это огромное дерево, и ты думаешь, мне никак не осилить это дерево. Господь приходит, воу, и это дерево поскакало, как лань. Подобно тельцу. О! Глаз Господа потрясает пустыню. Если ты в пустыне, глаз Господа потрясает ее. И приходит вода живая. Глаз Господа разрешает от бремени ланей. Это не значит, что Бог приходит, стоит над ланью, ау, и лань родила. Лань вопиет Господу, когда рожает, тем самым возвещает о славе Божьей. Рождается детеныш, и она забывает о всем. Эй!
стопам и будет восседать вовек! И будет восседать вовек! Наш Бог всемогущий царствует во славе твоей, Господь. Царствует всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует во славе своей. Наш Бог сильный, чудный, всемогущий Бог. Давайте все мне. Наш Бог всемогущий царствует во славе своей. Наш Бог чудный, сильный, любящий, всемогущий Бог. Наш Бог цветущий царствует во славе своей. Наш Бог чудный, сильный, любящий, всемогущий. Хор, хор! Наш Бог всемогущий царствует во славе своей. Наш Бог чудный, сильный, любящий, всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий, нет, во славе своей. Наш Бог чудный, сильный, любящий, всемогущий Бог. Давайте поднимаемся еще, сдвигаем чуть-чуть быстрее. Эй, восходим! Я дети читаю.
Давайте подключайтесь! Подключайтесь! Давайте! Мужи, жены Божьи! Давайте станем как одно! Тише, тише! Братья, тише! Я хочу, чтобы остался только один ритм. Я хочу услышать зал. Музыки будет место для музыки. Не садите ритм. Быстрее чуть-чуть. Громче, громче. Еще продолжаем. Глаз Господень над водами, не забывайте. Продолжайте. Продолжаем. Музыканты, я хочу, чтобы вы тоже пели вместе со мной. Продолжаем. Входим и возвещаем славу Божью своими телами. Об этом здесь сегодня целый день говорили. Принесите свои тела в жертву, угодную Богу. Давай вместе!
подход, подход, работаю, работаю. Подход, подход, подход. Вместе мы легко Вместе! Хорошо, хорошо, здесь вы уже отдыхаете.
Открываем! И танцующие тоже поют. Я ж пляшу и пою. И вы тоже пляшите и пойте. Открываем уста. А теперь быстрее, 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 быстрее! Поспокойнее, а то детки не успевают за нами. Успокоимся в духе. We'll be right back.
будем петь Ему, прославлять Его святое имя. Эй, Израиль, поклонится Богу своему и воскликни громогласно. Эй, 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 Яхве, Яхве, будем петь Ему, прославлять Его святое имя. Эй, Израиль, поклонимся Богу своему и воскликнем громогласно. Глаз Господень над водами. Глаз Господень. И вы возвещаете славу Божью своими устами. Ой. О! Эй! Это Индия.
не могу. Уже Дух Божий работает. Oh,
готовым на им жерадким камнях. Братья, ваш выход, ваш выход. Пускай Дух Божий вас наполнит. Вместе, как хорошо и приятно жить, братья, вместе, как хорошо. Шевет, к нам ехать. Хорошо и приятно. А ну, сестры, как хорошо и приятно. Как сестры, хорошо, одни сестры, вы что, сестры, что ли? Как хорошо, сестры, только вы. Хорошо, хорошо и приятно. И вместе хинематоумадай, шевелохим камня. Сегодня музыка нежно-нежно и только ангельское пение. Ангелы, давайте пойте. Уже Синай мы прошли. Выходим на Сион.
прошу. Если вы случайно будете смотреть эту запись, на нас не обижайтесь. Ради Христа. Бывает так у некоторых людей и национальностей. Каждый совершает свое поприще. Как может. Ой. Ой. Я тоже обращаюсь к старшему поколению. Устройте себе свадьбу. Ну, сделайте это хоть раз. Последний, как бы, сколько там осталось жить. Я вам скажу одну историю. У нас во время служения идет чтение Торы. Вдруг у меня жена в бок к локтем. Что такое? Посмотри. Поворачиваюсь назад. У нас там одна сестра уже в возрасте так закинула голову. Стала зелено-синяя такая. И такая... Отходит. Аминь. Уходит, честно. Я машу нашему чту Торы. Я называю трактористом. Он не останавливается. Бегу, говорю, стоять надо. Он обиделся на меня, что я восстанавливаю во время Торы чтения. Мы начали молиться. Человек уже все. Последний вздох такой. Все стали молиться, молиться. Через несколько секунд она пришла в себя. Ее выносят из служения, вызывают скорую. Моя жена едет с ней. Она говорит, а что случилось? Что случилось? Что случилось? Говорит, вы умирали. Мы молились за вас. Вы как бы обратно вернулись. Зачем вы это сделали? Это была моя мечта умереть на служении. Это так что я, ну как бы, не переживаю, милиция уже была сегодня здесь, проверяла, что мы здесь делаем. Мне кто-то пожаловался, что мы это дуже-дуже шумно. Может, думали, что табор приехал сюда, какой-то цыганский, но ошиблись, евреи были первыми. Амин. Я верю, что у нас еще сегодня будет молитва за Израиль, что-то похожее, может быть, даже лучше. Так что набирайте сил, внимание. И как бы на старт, внимание, пошли. Первый пошел, второй говорит, Ребе, можно ли прыгать в субботу без парашюта или с парашютом? Говорит, можно, говорит, но открывать его нельзя. Так что у нас сегодня не суббота, сегодня понедельник, день тяжелый для многих людей, но для нас это как раз привилегия помолиться. Амин. Но при всем этом сказанном хочу пригласить сейчас пастора.